привет! Добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы будем готовить яблочный тарт. Оставайтесь со мной, будет очень вкусно. Нам понадобятся яблочки. Вот у меня 5 штук, таких среднего размера. Нам нужно их порезать. Вот таким вот образом. Не чистим. Берем и вот такими долечками, миллиметров по 5, все это нарезаем. Так, ну яблочки мы нарезали. Теперь ставим сковородку на плиту. Сковородочку берем такую, которую потом можно будет поставить в духовку. И насыпаем сюда где-то 0,5 стакана сахара. Так. И теперь нужно нам, чтобы этот сахар расплавился и получилась у нас карамель. Так, сахарок у нас начинает плавиться. Сейчас главное, чтобы его не сжечь. Смотрите, чтобы он был так коричневый, но не начал дымить, иначе он будет горький. Появится горчинка у него. Нам нужно сейчас получить карамельный вкус. Вот, друзья, наша карамель практически готова. Сахар хорошо растворился. И теперь мы заливаем все это стаканом яблочного сока. Вот так вот. Вот такая, видите, карамель получилась, как конфетка. Сейчас нам нужно ее растворить в яблочном соке. Она отдаст весь свой карамельный вкус нашим яблокам. Ну вот, друзья, карамель полностью растворилась в соке. Теперь мы добавляем сюда яблоки. Все, добавили яблоки. И теперь все это готовим, пока жидкость не выпарится, яблоки не станут мягкими. Ну вот, друзья, наши яблочки таким вот образом варятся. Сейчас мы еще их приправим корицей. Яблоки и корица — это просто созданы друг для друга. Не хочешь сыпаться? Давай здесь. Запах пошел, как на Рождество. Обалдеть просто. И добавлю еще сок половины лимона. Сахара у нас много, чтобы сбалансировать все это кислинкой. Вот так вот. Ну и вот, друзья, наша жидкость почти вся выкипела. Смотрите, какие красивые карамельные яблочки у нас получаются. Сейчас еще немножечко они карамелизуются и будет готово. Так, вот жидкости практически не должно остаться. Сильно я их не мешал, чтобы не поломать, чтобы они все такие остались красивые. Ровным слоем они должны здесь лежать. Ну и все, наши яблоки готовы. Выключаю плитку. Теперь мне нужно по размеру отрезать слоеное тесто и накрыть сверху слоеным тестом. Вот я взял готовое слоеное тесто в супермаркете. Сам, конечно, я не заморачивался с ним. Для этого это такой быстрый десерт на скорую руку. Что такое? Не совсем элегантно получается. Так, и теперь накрываем сверху все это дело наше тестом.
таким вот образом. Лишние можно в уголках срезать. Так, и теперь смажем сверху все это еще яйцом. Так, и теперь ставим все это в духовочку, разогретую до 190 градусов, 190-200, и как тесто подрумянится, минут 10, я думаю, будет готово. Поехали в духовку. Ну и вот, друзья, наш яблочный тарт готов. Вот так вот тесто подрумянилось. Теперь нам нужно его перевернуть на тарелочку. И яблочки должны остаться на нем. Я надеюсь, так и будет. Немножко с краев его подшевелим и будем переворачивать. Опа. Вот она, красота. Тут осталось пару яблочек, но это можно их сейчас еще добавить. Вот такой вот быстрый и очень вкусный к чайку, кофейку на скорую руку тарт можете приготовить. Очень легко и просто готовится. Еще мы любим его с шариком ванильного мороженого. Тогда это вообще получается бомба. Так вот. Вот такая вот красотень и вкуснотень у нас получилась. В конце сегодняшнего ролика я хочу поздравить мою племянницу Лебеневу Наташеньку из Санкт-Петербурга с днем рождения. У нее 13 апреля день рождения. И мы желаем от всей нашей семьи, Наташка, тебе огромного счастья. Пусть все твои мечты сбываются. Ставь цели, иди к ним, у тебя все получится. Мы тебя любим. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и так далее. Всем до новых встреч, всем пока!